Ну а сейчас на юг Китая. Там 4 человека погибли из-за наводнений в провинции Гуаньдунь. Пропавшими без вести числятся 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Эвакуировали 110 тысяч человек. Без света остались больше миллиона домохозяйств. Тысячи школ закрыты. Правительство Китая выпустило экстренное предупреждение и принимает необходимые меры для защиты 127 миллионов местных жителей. В некоторые отдаленные деревни вертолетами была доставлена экстренная помощь из-за проливных дождей. Уровень воды в нескольких реках провинции Гуаньдунь достиг рекордных значений за последние 50 лет. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода сохранится.